Этот матч позиционировался как ключевой сезона. Перед туром на сайте «Спортбокс» вышла статья «Как свернуть шею кобре», в которой игру оренбургской команды сравнивали с действиями этой змеи. Ответ – никак. Наши мощно начали, так же и закончили. После ряда хороших моментов счет на 29-й минуте открыл Иван Маркелов, от души вколотив мяч в девятку. Тулики расслабиться не дали, перед самым перерывом со стандарта уравняв шансы. Да и сразу после возобновления игры выглядели очень неплохо. К середине второго тайма равная, жесткая и бескомпромиссная борьба. Но, наверное, аналогии с «Коброй» не случайны, а Роберт Евдокимов точно факир. На 68-й минуте он выпускает на замену Хызыра Апаева, и тот сходу делает дубль. Первый мяч через 2 минуты после выхода на поле. Второй еще через 2 минуты с пенальти. Парников штрафной настолько запутал финтами защитника гостей, что тот не хотел да нарушил. Апаев с точки точен. Тренерское чутье Евдокимова в этом матче проявилось во всей красе. Вышедший на концовку Марат Шагенов чуть не первым касанием ставит точку в матче. Ассистентом все тот же Апаев, а стадион просто ревет. Я не считаю себя героем матча, как бы вся команда сыграла хорошо, поэтому и получилось забить. И в оставшиеся минуты у нас были моменты, но в целом-то 4-1 и так неплохо. Поздравляю «Газовик» с заслуженной победой, хорошая команда, я думаю, они, конечно, претенденты номер один на выход в премьер-лигу. После того, как мы забили, преимущество перешло к «Арсеналу», они и гол забили, как всегда, нам забивают только со стандартов. Я сейчас посмотрел, по-моему, пятую игру подряд, если нам и забивают, то только стандарт. Но в любом случае у них было преимущество и пару таких там полумоментов. Но в перерыве поговорились, сделали там коррективы. И в целом-то второй тайм мы видели полное преимущество и по моментам, и по игре. Атом проиграла 1-3 тосненцам. И теперь перед зимним перерывом «Газовик» безоговорочный лидер ФНЛ. Отрыв 7 очков от второго места и 13 от третьего. Пожелание команде заслуженно отдохнуть и весной продолжить и закономерно завершить начатое. Анатолий Юденич, Игорь Бероев, «Новости дня».